Доброго времени суток, друзья. Я нахожусь в Куере. Вверху, в замке Куера, если говорить точнее. И вот тут мы наблюдаем с друзьями всю красоту Куеры сверху. Здесь всегда очень красивый пейзаж. Это все так посмотреть очень красиво. И вот так вот я вот смотрю, наблюдаю над всем этим, но и немножко удивился. Вот на крыше дома, я специально вот увеличу, на крыше дома стоит машина. Да, испанские архитекторы, у них мысль работает. Чтоб так вот, я первый раз вижу, чтобы сконструировать, чтобы машина въезжала на крышу дома. Вот интересно.